И продолжая тему познавательного досуга, 19 мая в округе пройдет Ночь музеев. Традиционно все желающие смогут посетить люберецкие музеи совершенно бесплатно. О том, какие мероприятия ждут гостей, расскажет Луиза Егиазарян. То куда, а мы в музей. Как обещают организаторы, программа этого года никого не оставит равнодушным. Даже самый привередливый посетитель найдет для себя что-нибудь полезное и интересное. Тем более познакомиться с местными культурными достопримечательностями можно будет в удобное время и совершенно бесплатно. Так, в Музее истории и культуры Малаховка детей и взрослых ожидает не только обзорные экскурсии, викторины и концертная программа, но и квест-игра, а также мастер-классы по изготовлению ретро-открытки. А в Люберецком краеведческом музее с 12 дня и до 8 вечера пройдут обзорные экскурсии. А с 18.00 состоится спектакль, посвященный творчеству Цветаевой в исполнении молодежного театра. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.